30 октября в актовом зале прошла увлекательная игровая программа. Малыши учили работать в команде не только друг с другом, но и с ребятами постарше, а также со взрослыми. Такие занятия нужны для того, чтобы в дальнейшем избежать проблем общения со сверстниками. В школе раннего творческого развития ребенка учат быть дружелюбным и находить общий язык с другими детьми. Волонтеры и педагоги Дома детского творчества регулярно устраивают для малышей активные игры. Детям нужно давать хоть какое-то веселье, хоть какую-то радость. Пусть это будет и просто мероприятие, где будут просто дети танцевать, но им будет весело, и они будут чем-то заняты новым, как-то будут новое что-то познавать. На занятии ребята изображали танцы разных животных, водили дружные хороводы, много хлопали в ладоши и топали ножками. Все игры направлены на сплочение ребят. Несмотря на то, что им пришлось соревноваться друг с другом, разбившись на группы, победила все-таки дружба. А поддерживать хорошее настроение всем помогали девчонки из коллектива «Веснянка» Алены Сергуновой. Малыши остались в полном восторге от мероприятия. У каждого остались свои, особенные воспоминания. Мне больше всего запомнилась игра с временами года. Для любого родителя очень важно развитие его ребенка. Но в этом вопросе главное не переусердствовать. В первую очередь, это маленькая личность, которой просто необходимо время на отдых. Помимо детского сада и кружков, малыш нуждается и в общении с мамой и папой. Элина Нурматова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.